Приветствую всех на моем канале. Итак, сегодня я приглашаю вас на распаковку моих покупок на маркетплейсе Wildberries. И сразу хочу сказать, оговориться, что эти покупки, они понравятся абсолютно не всем. Это очень специфический такой товар. Тем, кто увлекается этим, кто делает себе сами маникюр дома, то это будет интересно, остальным нет. Но я с недавнего времени решила сама себе начать делать маникюр. В конце я покажу, что получилось. Это первый раз я делала. И закупиться я захотела сразу хорошими материалами. То есть так как я вот ходила к мастеру, она до этого мне тоже делала на этих же материалах, то я решила купить их тоже. Но только на маркетплейсе Wildberries взяла их. Итак, по порядку. Первая моя покупка — это гель-лак для ногтей профессиональный с блестками. Номер его 417. Фирма, которую я все покупаю, это фирма Эми. Сторона производства — это фирма Россия. Купила я этот лак за 800 рублей. Цвет такой бежево-розовый и блестки, ну, шиммер. Он на солнце в золотистый такой отдает, но совершенно ненавязчивый, не сильно. Не сказать, что ты прям блестками намазала ногти и все. Чуть-чуть блеск идет от них. Но мне, кстати, очень понравился такой приятный на ногтях цвет. Мне понравилось очень качество этого лака. В пузырьке 9 мл и... Но вот именно вот у этих лаков 4,9 рейтинг. Но я еще раз хочу сказать, что именно вот этой фирмы продукция очень даже неплохая. Это первый мой цветной гель-лак. Я в дальнейшем потом буду еще покупать. Ну, буду просто подкупать те цвета, которые мне нравятся постепенно. Итак, идем дальше. Следующая покупка — это ультраглянцевый эластичный топ без липкого слоя. Тоже бренд Эми. Этот топ прям идеально подходит для работы с базами, гель-лаками. Он не растрескивается и сохраняет зеркальную гладкость. То есть у него очень такой прям блеск явный. Я хожу уже сама то, что вот сделала 2 недели. Ничего у меня не трескается, не отлупливается. То есть все хорошо, мне нравится. Бутылечек тоже 9 мл. Купила я его за 989 рублей. И рейтинг у него 4,8. У продавца можно купить разные объемы. Ну, я думаю, что мне пока вот хватит этого 9 мл, который. Я по отзывам посмотрела, рейтинг снижен именно из-за того, что лак пришел вытекший. Ну, вот этот топ вытекший. А именно качество, вот кому доходит все нормально, претензий вообще абсолютно нет. Ну, идем дальше. Следующая моя покупка — это праймер для ногтей, бескислотный, тоже профессиональный, объем тоже 9 мл. Он нужен для сцепления основного покрытия с ногтевой пластиной. Сроки годности у всех жидкостей достаточно, довольно-таки хорошие. Рейтинг у этого праймера 4,8, купила я его за 504 рубля. Это профессиональный праймер для ногтей, маникюра, педикюра, используется для наращивания. Он обеспечивает прочное сцепление вот искусственного покрытия и натурального ногтя, чтобы не было отслоек никаких. Имеет он жидкую консистенцию и практически не имеет никакого запаха. Очень экономно расходуется, прям чуть-чуть его достаточно. Я считаю, что такого пузырька хватит надолго, если делать только себе одной. Следующая моя покупка — это база для ногтей, прозрачная, каучуковая, тоже пузырек 9 мл. Стоимость этого пузырька 781 рубль и рейтинг 4,9. И также точно можно купить абсолютно разный объем, то есть есть и в больших флаконах. Я считаю, что вот 9 тоже хватит надолго, вот если только для себя это. Такая база, она универсальная для укрепления, моделирования ногтей с эффектом выравнивая, защиты от растрескивания. Она, ну, написано, что густая вязкость, но я бы не сказала, что она сильно густая. То есть очень хорошо все выравнивается, самовыравнивается даже. Я не мастер маникюра, педикюра, поэтому там профессиональными какими-то терминами я не могу ничего не сказать. Вот я прочитала просто, что нужно вот именно для того, чтобы с нуля вот это все себе делать. Ну вот поэтому я все это закупила и просто показываю вам. И больше даже я вам показываю ценник, что можно вот купить на Wildberries и сколько стоит. И товар оказался довольно-таки качественный. Следующая моя покупка — это дегидратор для ногтей, то есть обезжириватель. Объем тоже 9 мл, рейтинг тоже 4,9 у него. Купила я за 504 рубля. И точно так же, как и у остальных продуктов, объем можно купить абсолютно разный.
Дегидратор нужен для того, чтобы окончательно удалить избыток влаги и естественных масел и обеспечить прочное сцепление с поверхностью ногтевой пластины. Ну, опять же, чтобы не было никаких сколов, отслоек и так далее. У кого ногти такие проблемные, можно сказать, то нужно все это поэтапно использовать. Следующая моя покупка – это для декора, для маникюра. Это жемчужная втирка для маникюра и педикюра. Стоит она 129 рублей. Дает такой перламутровый эффект. Пока не пробовала, для нее нужен какой-нибудь однотонный лак. А так как я пока лак одного цвета только купила, то есть мне не на чем пока это попробовать. Но я обязательно, если кому-то интересно, я обязательно потом могу поделиться с вами, хорошая эта втирка или нет. Рейтинг у нее 4,8, кому-то нравится, кому-то не нравится. Ну, там у этого продавца много для дизайна чего продается, там и фольга, и все на свете. Вот, кого интересует, можно зайти посмотреть. В упаковочке лежит сама банка с втиркой, ну, там такой мелкий-мелкий порошок. И аппликатор. Насколько я знаю, можно аппликатор использовать, можно вообще пальцем втирку это наносить. То есть здесь кому как удобно. Не знаю пока, как я это буду делать, но... Понравилось, захотела, и стоит это не очень дорого. Скорее всего, это не для первой необходимости вот с самого начала это использовать, но все равно захотелось, вот когда-нибудь обязательно это сделаю. Ну и переходим к последней моей покупке. Последняя покупка – это губная помада. Как я уже говорила не один раз, я все еще в поисках нюдовой идеальной губной помады, и вот, наверное, я ее нашла. Я уже с ней хожу, ее использую, она мне пока вот она меня устраивает от и до. Это помада производства Беларуси, это кремовая, стойкая, она твердая. Цвет очень приятный такой, ну прям нюд натуральный. Купила я ее за 378 рублей. Цвета есть абсолютно разные, я еще раз повторю, что мне нужен был именно такой. Рейтинг 4,8. Номер это 01. И что еще интересно, вот у этой помады очень необычно достается сама помада из тюбика, то есть нажатием, как вот защелка такая. То есть 100% в сумочке она не откроется, никуда не вывалится. И что для меня важно, нет запаха косметического такого. Не могу объяснить, но запах, вот бывает косметический запах очень неприятный. Здесь запах довольно-таки приятный у нее. Ну вот, пожалуй, и все на сегодня. Такие вот у меня были такие специфические, наверное, даже правильно сказать, покупки. Дальше, как и обещала, показываю итог, что у меня получилось, что вот я сделала сама себе маникюр. Делала первый раз сама себе с полными вот этими всеми покрытиями, все, что использовала. Прошло уже 2 недели, я ношу, у меня ничего не откололось, все держится, все прекрасно. Ну, а с вами, пожалуй, я буду прощаться. Если вам это видео понравилось, то не забудьте его оценить, ставьте лайки или дизлайки, кому не понравилось. Я смотрю, у меня много таких людей стало появляться на канале. И обязательно пишите свое мнение. А также не забывайте подписываться на мой канал. Видео у меня выходят постоянно. Всем пока и до новых встреч!